В первенстве профессиональной футбольной лиги «Зоны Юг» прошли матчи очередного 16-го тура. В Черкесске футболисты Махачкалы сыграли в ничью 0-0 против местного «Интера». А в Пятигорске миром разошлись Симашук и Ханжи. У гостей отличился Магомед Наби Ягьяев. В результате легион «Динамо» занимает третью строчку в турнирной таблице. Ханжи и Махачкала расположились на 6-м и 11-м местах соответственно. Отмечу, отчетный тур стал последним в этом году.